Да. Да, хорошо, понятно. Вы знаете, вы поторопились. Хозяин будет с минуты на минуту. Ага. Пойдемте. Готово. Ну, вы чего? Идемте, чего? Проходите. Чай, мой любимый. Хорошо, сейчас будет. Yeah.
Петрович! Петрович! Дорогой мой человек! Ну, здравствуй! Сеня, видели наших недоделанных? Сказано, круглосуточная стоянка. Такие они переспрашивают, куда и когда мы закругляемся. Петрович, скажи мне, родной, а в Одессе есть анекдоты, которых ты не знаешь? Давай, Петрович. Здравствуй, Феликс. Как всегда, тютелька в тютельку. Часики на цепочке, а время все-таки убегает и убегает. А ты его постоянно ловишь и ловишь. Ты вот только напрасно меня сюда вытащил, на этот подиум. Ну что я тебе, фотомодель, что ли? Я думаю, Феликс, здесь каждый божий день такой наплыв народа, как когда-то на футболе Черноморец СКА. Кому мы здесь с тобой нужны? Вот и кофе пришло. Ваш кофе, пожалуйста. И вот ваш кофе. Дай Бог тебе здоровья. Алло. Привет, Саша. Я тебе по поводу Феликса звоню. Да. Да. Я тебе говорил, что с военными дело иметь не стоит. Так он все-таки копает это дело. Да, Саша, копает. А ты как думал? Хорошо. Лет на 20, а может на пожизненное. Твою мать.
пригрел шакала. Ты знаешь, что нужно делать. Хорошо, я понял. Хорошо. Ты всегда круто пунктуален, Борька. По часам. Точно по расписанию. Тебе не надоело бегать и кружиться? Все время. Не лучший выбор. Ну как? Котлы все еще коллекционируешь? Да. И живу себе, как придется. Помнишь стишок? Идут часы, идут дожди. Идут пожарнику усы. Идет трамвай, идет прохожий. Идет весна, зарплата тоже. Отправь часовщику заказ на Феликса. Так они же друзья. Проверь, часовщик друг нам или нет. Кстати, про детей чуть не забыл. Как там Соня красавица? А экзамены сдает. Квартиру ей купил. Она у меня самая большая головная боль. То понос, то золотуха, то рубашка длинная, то хрен короткий. То из ментовки ее тащу, то с байкерами зависает. То скалолазка. То морду какому-то мужику разбила, нос сломала на рок-фестивале. Прям какое-то кино. Отец солдата или солдат Джейн. Чуть что, сразу в позу. Автор за произведение. Ты же сам учил, что надо постоять за себя. Философия непротивления. Было? Было. Учил. А ты мог бы посочувствовать старшему. Сочувствую. Держи подарочек. Фу. Хочется расслабиться. Пожить пенсионером. Здравствуйте вам. Боже, какие люди. Как я люблю это место. Какие люди. Взаимно. А я как раз часики получил праздничного погрома 1871 года. Видно, им очень хорошо досталось. Нерабочие. Заныкал специально для вас. О, какой экземпляр. И сколько стоит? Стоп! Сёмочка, посмотрите сюда. Что здесь написано? Маржанский, Одесса. Сёмочка, вы знаете Соломона Маржанского? Прекратите ломать камень. Что-то мне подсказывает, что вы жулик с Малой Арнаутской. Сколько денег вы хотите за эту вещь? 3 штуки с зеленью, и Бог свят. $3000 североамериканских долларов?
Это что, часы из башни на горсовете с мелодией из белой акации? Вы что, сейчас такое время, когда все безбашенные? Семочка, вы хотите знать, на чем висели наши городские одесские часы? Ой, надеюсь, не на вас. Семен, вы все ерничаете, а я к вам с очень добрым сердцем хочу вам что-то объяснить. Городские часы висели на театре, потому что на нем и в них вся наша жизнь. Вы меня поняли, молодой человек? Я вас очень хорошо понял. Вы даже представить себе не можете, насколько хорошо я вас понимаю. 2500. И разойдемся друзьями, чтоб нам было приятно иметь друг с другом дело. Примите. Мне очень приятно иметь с вами дело. Всего доброго. Может, хоть сегодня скажешь, как тебя зовут? Дима? Нет, Леха. Ой, Леха, не без света так плохо. Боря. Борис? Ну-ну, Борис так Борис. Я же из спортивного интереса спросила. А завтра ты будешь Севой? Завтра как раз не буду. Ни Бори, ни Севы. Может, на следующей неделе заскочу самим собой.
компании Prior. Я по поводу объявления. Там какая-то ошибка. Секундочку. Информация точная. В таком случае я прошу о встрече. Через 2 часа вас будет ждать самолет. Хорошо. Уважаемые пассажиры, если вы умеете везде только ручную кладь, вы можете зарегистрировать авиабилеты на основе списке регистрации 69 по 74. Хорошо. Дни солнечные. Давай со мной, естественно. Ну, как и договаривались. Хорошо, солнышко. Проходи. Милая, ну я просил тебя не тратить слишком много на покупки в Милане. Да, ты исчерпала лимит. Поэтому твоя карточка заблокирована. Хорошо, я решу этот вопрос. Все. Ох уж эти женщины. Я хотел бы объяснений. Ну, хорошо. Давай, объясню. 4 месяца назад мы получили самый большой заказ за всю нашу практику. Объект был гораздо более известен, чем нам бы этого хотелось. Но и цена вопроса, от которой не отказываются. Цель была в Ливии? Да, цель была в Ливии. На подготовку ушло 3 месяца. Была сформирована группа А из 4 человек. Итог. Все 4 убиты. Вероятно, кто-то был обо всем проинформирован заранее. Ну, видимо, вы знали ребят из той команды. Вот он. Только 2 партнеров знают все детали любого задания. И здесь было только 2. Я и Феликс. Феликс нас продал. Мы проверили его счета. 2 недели назад ему поступило 10 миллионов. Так что Феликс слился. И дочка ему обходится недешево. А ведь это он ввел меня в этот бизнес. Я никого никогда так не уважал, как его. Но он нас предал. Поэтому его нужно убрать. И немедленно. Так что взгляни на досуге. Хорошо, посмотрю. Послушай. Я знаю, что вы с ним друзья, но он сделал свой выбор. И назад пути нет. Каждая минута его жизни умножает угрозу компании. И поэтому мы хотим, чтобы это сделали вы. Вам будет проще сделать это быстро и тихо. У вас 2 суток. Или мы решим вопрос без вашего участия.
Алло. Нам бы встретиться. Приезжай на наше место. Хорошо. Хорошо, буду в 15 часов. Оставайся здесь. Дай ключи от машины. Почему такая таинственная встреча? Тебя заказали. Это связано с Ливией? Конечно, с Ливией. Зачем ты это сделал? Зачем? Зачем? Я думаю, что у тебя пистолет тоже с собой есть. А реакция у тебя лучше моей. И потом, Боря, они меня все равно убьют. Не твоими руками, так чужими, но все равно убьют. Так уж пусть будет лучше свой. Но учти, тебе с этим жить. На, возьми. Часы. Часы идут. Весна идет. И время тоже. Привет. Привет. Клевая штука. Ты зачем приехал? Мои соболезнования. Свои соболезнования можешь оставить при себе, я как-нибудь справлюсь. Я хотел как лучше.
Твой отец очень любил тебя. Он хотел, чтобы у тебя все было хорошо. И решал все твои проблемы. В общем, если что, звони. Ты приехал это сказать? Да. Спасибо. Отвези меня к нему домой. Поехали. Пойдем. И что ты будешь делать? Что делала, то и буду. Дом продам, наверное. Если помощь какая-то нужна. Деньги не проблема. Я уже большая девочка, сама разберусь. Все-таки я очень его любила. Всплывает какое-то чувство родства. Очень глубокое. Он был для меня всем. А какие-то отморозки взяли и убили его. Но я за него отомщу. Я тебе клянусь, что я отомщу. Я пройдусь. Соня. Ну, привет. Говорят, предка похоронила. Откуда знаешь? Да все знают. Вот и мы пришли к тебе помянуть. Проставляться будешь? Ты что, совсем съехал? Вали отсюда по-хорошему. Ты забыла, что нам по жизни должна? Да ладно, еще там все заткни, шалава! Я говорю, вали отсюда и дружков своих дебилов уводи по-хорошему. Вали, руки! Вали!
Коза. И смело, наверное, да? Парни, отвалите по-хорошему. А то что будет? Пилочкой заколешь? Крошка, давай поиграем в игру «Мама, папа». Соня, стой! Остановись. Сейчас ты этого не понимаешь. Но сегодня ночью тебе очень повезло. Можешь считать меня своим ангелом-хранителем. Слышь меня? Спросят, что случилось, споткнулся, упал. Понял? Понял. Не слышу. Да! Вали. Давай живей. Пить будешь? Воды. Доброе утро. Здорово. Научи меня всему, чему научил тебя мой отец. Я не думаю, что тебе это надо. А почему ты думаешь, что ты можешь решать за меня? Потому что ты не знаешь, чем занимался твой отец. Да ладно. Смирнов, не парь мне мозги. Я все знаю про тебя и про него. Он тебя вытащил из огромной дыры, и ты ему обязан по гроб жизни. А ты не пожалеешь? Ладно, пойдем. Я тоже так могу.
Давай. Попробуй. Да. Стрелять ты умеешь. Но это не самое главное. Я умею не только это. Ты вообще ничего про меня не знаешь. Софья Шаевич, родители развелись, когда тебе было 10 лет. Ходила в секцию карате, научилась драться. Тренер тебя всегда ставил в пример. На тренировке в спарринге травмировала руку. И тренер не допустил тебя к соревнованиям. Обиделась и ушла из спорта. Рука по-прежнему болит. Допустим. И что? А главное, не умеешь себя контролировать. Спонтанные приступы агрессии и прочая хрень. Я действительно многим обязан твоему отцу. Поэтому будешь у меня под присмотром. Месть — это чувство, которое может тебя убить. Завтра идем на задание. Понятно. Хорошо? Отлично. Нормально? Теперь вот сюда. Отлично. Алло? Да. Предупредить меня не могла, что здесь толпа собралась. Чтоб через 2 часа все было готово. Меня не беспокоит в течение 2 часов, потом все ко мне на совещание. Появилось изображение? Кто это? Задание. Лариса Карпович в 98-м путем перепродажи отмывания денег становится владелицей нефтеперерабатывающего завода. С 2006-го лидер влиятельной фракции, в настоящий момент создает партию. Крутая тетя. Для нас она просто задание, больше ничего. Ты должна эту иголку вставить ей в тело. Иголку? Может, ей еще массаж сделать? Надо будет, сделаешь. Если все сделаешь правильно, через 20 секунд клиент отключится. Еще через 20 секунд умрет от остановки сердца. Будь аккуратна. На иголке смертельный яд. От своих таблеток она через 20 секунд засыпает.
Дополнительное место отхода. Пригодится. Надюш, у нас все нормально? Да, все хорошо. Я отдохну часок, не беспокойте меня, пожалуйста. Ага, хорошо. У нее-то хорошее настроение. Привет. Я доехала. Пока. На все 50 секунд. Ты кто такая? Ты же труп. Вера, вызывай охрану. Ты что, не понял, что тебя подставили? Друг. Thank you.
Сегодня в своем офисе была убита известный бизнесмен Лариса Карпович. Одна из версий следствия – заказное убийство. Что дальше? Ничего. Получаем деньги, берем заказ, уезжаем. Пассажиры авиакомпании S Airlines, прибывшие рейсом 11.36 из Анапы, приглашаются для получения багажа к транспортеру номер 7. Ты привлек постороннее лицо. Это нарушает нашу договоренность. У меня договоренность только с Феликсом. С вами решаю только финансовые вопросы. Тот, кого я привлек, может быть вам полезен. Соня, вероятно. А она знает, что ты убил ее отца? Есть работа, очень срочная. Клиент платит двойную цену. Поговорим об этом в другом случае. У нас не принято отказываться и набивать себе цену. Я повторяю, дело первоочередное. Понял? Хорошо, я его изучу. Здорово, Петрович. Макс. Подарок от фирмы. А ты куда опять собрался? Я всего шмурдика мирового не выпью, да и ты всех денег не заработаешь. А вот это точно, Петрович. Всех денег не заработать. Так оставайся. Остаграмимся. Поговорим за жизнь, которая проходит. Часики-то тикают, а жизнь идет. Это ты прав. Часики тикают. Дай руку. Кто он? Работал в нашей организации. Должен быть ликвидирован. Почему? Взгляни. Его рук дело? Слетел с катушек. Проблемы с психикой. Знакомился с женщинами, насиловал, убивал. То есть маньяк? Его поступки дискредитируют организацию. Он должен быть ликвидирован. Он стал неудобен собственным хозяевам. И что, у вас все такие в организации? Добрый день. Здравствуйте. Простите,
у вас свободно? Нет, я сына жду. Ни в коем случае не бей с ним спиртное. Послушай меня. Одно дело мы чуть не завалили. Больше промашек быть не должно. Понятно? Ты должна работать четко, как часовой механизм. Извините. Ничего. Можно присесть? Сделайте одолжение. Благодарю. Ну, садись, давай закажем что-нибудь. Хороший денек? Да. Живешь недалеко? Он любит симпатичных, слегка растерянных девочек. Это его заводит. И если он заинтересовался первым долгом, он спросит тебя. Нет. Я все больше по друзьям. Только приехала. Правильно. Значит, у тебя нет постоянной квартиры? И ты готова на предложение? Может, что-нибудь покрепче? Можно. Да. Я сейчас. Сделаешь это в кафе. Там легко затеряться в толпе. Вот, виски. Я вас слушаю. Значит, фрукты. У вас должна быть такая большая фруктовая тарелка. Держи. Что это? Я. Добавишь ему фужера. Через 2 минуты он отключится. У тебя будет возможность уйти. И никакой самодеятельности. Понятно? Немножечко еще чего-нибудь такого необычного, экзотического. Хорошо. Прямо сейчас. Хорошо? Хорошо, спасибо. Конечно. Сейчас. Ну что, как зовут вас? Соня. Очень приятно. А меня Андрей. За знакомство? За знакомство. Ни в коем случае не садись к нему в машину. Не ходи к нему домой. Это важно. Еще как прогуляемся. Пойдем. Сумочку не забудь. Вот, Сонечка, мы и дома. Это мое скромное жилище. Проходите, располагайтесь. Вау! Так. Прошу-с. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный с грозой. В отдельных районах возможен град. Ветер преимущественно южный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Во время гроз возможно усиление ветра до...
Я же просил тебя все сделать чисто. Не получилось. Танцуем? Не то настроение. Может, я провожу вас до дома? Пойдем. Так же, как в прежние дни, он пригласил кататься. Оля согласна была, он лодку помог ей забраться. Петрович, старина! Трибуну сварил! Говори. Да. Я думаю, ты там не одна. Пистолет под левой подушкой дивана. Я поняла. Хорошо. Когда ты приедешь?
скоро буду. Прости, Петрович. Прости. Ливийская история. Я не знаю. Заказ поступил вчера. Деньги перевели из Москвы. Заказ по интернету. Связь. Связь по телефону. Его зовут Виталий Орлов. Где живет Виталий Орлов? Поселок Северный, улица Солнечная, дом 13. Дом 13. Плохая цифра. Яке жахливе самогубство. Мне нужна машина с полным комплектом. Деньги значения не имеют. Машины будут. Жива? Да. Собирайся, уезжаем в Москву. Часами. Поехали. Я тебя жду. Тот, кто нам понадобится. Ты его знаешь и знаешь, где его найти? Какой план? Действуем по обстановке. Значит, никакого плана? Нет никакого плана. Только у карманного воришки в трамвае номер 10. У нас есть цель. Павлов. Задание? Считай, что задание. Все как обычно. Машина на пятой стоянке. Ты никогда не вспоминаешь тех, кого убивал? Нет. А убивал тех, кого знал? Да.
Вы чего? Вы чего, не можете его найти? Проверили. По каналам ФСБ, МВД. На вас и так Интерпол работает. Проверяем через смежников, через коллег. Пока нет никакой информации. Здорово, Виталик! Боже! Что вы Заткнись! Делаете? Пожалуйста, не надо, я вас очень прошу! Мама, мама! Ну, пожалуйста! Да как же вы можете? Мама, я боюсь! Боюсь! Подумай о семье. Не бойся. Один простой вопрос. Где найти Павлова? Да скажи ты ему! Ну, скажи! Борисовские пруды, дом 3. Офисное здание. Клянусь, он там. Папочка! Действуем по плану номер один. У него включился мобильник. Адрес. Поселок Северный. Улица Солнечная, дом 13. Это адрес нашего Орлова. Поехали. Да. Что? Я дал ему адрес. Он едет к тебе. Срочно высылайте группу перехвата! Срочно! Постараемся успеть. Поговаривают, этот часовщик крутой. Сейчас проверим. Ну а что проверять? Так ясно. Ну, я не знаю. Я не очень ему доверяю. Действуем по плану 2. Посмотри списки по нашим данным. Да. Твоим парням сегодня не повезло. Ай-яй-яй. А это были лучшие мои люди. Ну что ж, придется послать еще. Не трать топливо. Я приеду сам. Пам-парарам-пам-пам. Общий сбор через 30 минут. Понял. Действуй. Сколько стоила жизнь Феликса? 30 миллионов. Давай сделаем так. 10 миллионов на счет в любом банке в течение суток. Хорошая цена, соглашайся. Нет. Киллер себе совесть отрастил. Это нарушение профессиональной этики. Борис, смерть Феликса был просто бизнес. Ни больше, ни меньше. Все не так просто. Послушай меня!
Он в нашем здании. Я назначу за твою башку такую цену, что даже собственный сын, если бы он у тебя был, продал бы тебя с потрохами. Ты столько не проживешь. Ха, ты думаешь, ты достанешь меня раньше, чем я тебя? Уже. Он в здании. Чего встали? Выводите меня отсюда! Работаем. Быстрее. Первый, не торопись. Ты готова? Да. Держи. Пригодится. Береги себя. Пошли! Что дальше? Оба исчезают. Новые имена. Новая работа. Вместе? Вместе. А что сейчас? Пока на некоторое время надо разойтись. Я поняла.